Подай. Ай, блин, короткий стол! Не хватило чуть-чуть. Я? Да, помпел. Блин. Сначала очко. Сеной спины. Спина. Ты не умеешь. По 8. Ковыряшка. Ковыряшка Черкова приносит очко. Вот так вот. Как обычно, все стандартно с Димой. Да. Что стараешься, стараешься. Будешь крутить, что-то там вращает. Тогда нужно сопля не летит. Чи! Да и не ладно, еще и так жестко. Я устал. Блин, а? Дима, и все-таки какая фирма? Не помнишь? Нет, вроде не написано. Не написано? Хрен знает, надо смотреть. Ладно. Первый топ-спин за 4 часа. Наверное, последний, скорее всего.
фонарь как раз стол, все, а видно, да, золото. Ничего. Thank you.
У меня вообще ничего не шевелится. Ничего. О, спасибо, что мне карантин, я же был готов лечь. Только у меня нет запаса. Хочешь поиграть, чувствую еще. Стрясем, что ли? Да. Какой матч? Я, да, туда. Подошва твоя пять. Я очень, сейчас же выиграю всю партию. Ты меня бегаешь, дебил, все зря. Непонятно ради чего, все равно проиграешь. Я не расслабляюсь. Я стараюсь, как могу. Человек без кроссовок играет, не выиграет. Но не умирай! Давай, с форой 4, хоть выиграй. Шара. А у нас тут еще форум попасть, да? Ой! Блять, я сейчас не повезло. Такого не знаю, ваш поход спасательный соображение на скидку. Какой спасательный? Ну, за... О, партия! Место на скид. Ну, что это да? А, подарок. Это просто подарок. Понял. Дай еще две. Все, не понял, ты забубнил, Фомченко выиграл Верхвицкого сейф. Да кого он знает, точно. Если он уйдет, я, может, еще выиграю. А, вы выиграешь. Ты, он играет на моем фоне, поэтому у него это нормально получается. У меня вообще играть сегодня не получается. Вот так. Выпиваем. О! Так, он его 3-2. Выиграл. Рома. Блин, ну мягче, ну. Кто? Ну, Паша Пьера, ну что? На несколько моих колпой проходит. Ну, это просто, надо с тобой просто плоско играть. У вас же получается с первого номера. Понял. А, ну да, три у меня, А, ну, да, уже хорош, что второй, третий уже без разницы. Все равно, за третий, наверное, тоже наскомнит. Блин, а? Да все равно виноват, Лёва, Паша, поехал, как бы. Хотя там, может быть, непонятно было. Блять, ну ты совсем сдох нахер, а? Фомченко, замечание. Опять? Да. Он их хоть слушает? Я нет. Не 30 человек со стула свалили. Сейчас что нет моей игры, по умолчанию надо под столом лежать. А кто там писатель? Все под какими-то именами, ты не поймешь, кто что пишет. Да. Умный, не умный, дурак, не дурак. Одного я забанил. А? Одного забанил. А что он такой написал? А херню всякую писал. Когда ты играл с мелким. Да, блин, ну, когда я играл? Ага. Да ладно. Я говорю. Что он там мог про меня сказать? А кто такой? Неизвестный, да? А? Ты неизвестный. Давай, давай, щелочек. О! Игорь, больше не ваш? Пиздец. Бубнилка.
Иван, хочешь? Ну, ну, колено. Я хрешню еле доиграл. Так, так, Александр, кто против пиздюка? Ну да, и что? И... Я его забанил. А, за пиздюка? А, он на меня? О, что? На тебя он позор написал. Позор? Нет, он сам помнит. Как маленький играет. Так если у нас такой регламент, что? Такие люди. Как такие люди. Нет, так это значит, он не знает ничего не другого. У него с головой что-то, естественно, не знает. Ну ты хоть с Питера? Интернет, а куда хочешь? С Австралии. Когда ты играешь? А, ну Австралия тогда ладно. Что. Куда хочешь? Жесть, что ты остановился, Антон? Конечно. Я не двигался. Отбивал бы дальше. Ну, отбивал бы. Ну, тут готов. Что ты отбиваешь? Пошел и отбивай. Взял все руки. Так? Жесть. Ну, примерно, да. Что ты? Дима, это очень просто, да? Дима, не устал? Дима, давай еще поиграем, ты уже умеешь. Ну, может, 2-1 опыта, но может. Ё-моё, большой счет. Может, 2-1 вербицкий называется, не знаю. Может, 2-1 вербицкий. О, устал, он умер, все, допить его, как Семен. А счет-то какой тут, а? 2-0, 10-8, смотри. Да ладно. Матч будет? Может быть. Получится чуть-чуть. Ты да, чё, Фомченко? Ага, второй. Второй, ты чё, Фомченко, да, там первый. Не отобьешься, да? Второй. Сейчас самое время не отбить. Надо вводить, если нет. Счет. Боковушка Вербицкого против ты чё, Фомченко. А он думает, что это всё спин. Блядь, нахер, ну, ты, конечно. Всё. Ты чё, всё, что ли? Ты жестко пошёл.